И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Гусанек, King on Fire, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Приветики, омлетики. Ребята, у нас сегодня обзор офигенных монстров Зоан Аномалий. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас Friendly Frog. Это получается он дружелюбный? Он уже дерется, ты дурак что ли? Мы же убил Гусанька сразу. Ты же сказал, что ты добрый. А чё friendly, он машет? Я френдли. Ого! Вот это он уничтожает нас. Он очень жесткий. Слышь, а ты, можно не вселяться? Сейчас... О, я в него вселился. Ого, я... Ты куда? А чё он так высоко прыгает? Это законно? Хорошо, пацаны, мочите его. А сколько у него жизни, интересно? А чё, он гусанька схватил, что ли? И держит просто? Не, я его забагал, интересно. Он каменный. А ну давайте еще раз его поставлю. Пацаны, он камень, смотрите, пули отлетают. А ладно, забирай свои слова назад. Ха-ха, камень, не камень, а миниган уничтожает все. Так, поехали, монстр бир. Это что, получается, монстр-медведь? У Хареля читу Фредди Фазбер. Ты че, видел, как он наклоняется прикольно? Офигенный мод, ребят, мне нравится. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят. Каждый день залетайте в наш дискорд. Нас скоро 50 тысяч человек. Заходите, пообщаемся, парим. И заходите в мой инстаграм, посмотрите, как я живу. Дима, смотри, наклоняется такой, смотрит. И такой, свалило чудище. Да-да-да. Мочите, мочите его. Наконец-то мы его убили. Они... Что это за прыжок? Да ну не обижайся. Очень странно. Да ладно. Монстр Коу. Это коро... Странно. Да блин, почему меня убивают? Ну что, я один, шо ли? Это не корова, это черный батон. Да ну блин, он переводится как кау. Корова. То есть, они какие-то странные такие все, лупоглазые. Булка хлеба. Булка хлеба. Кстати, он похож на черепаху, если хвостик добавить. И панцирь. Это точно. Ой, на черепаху. На жабу, блин, ё-моё. Знаток, знаток животных. Мочите, мочите. Так, я жизни так понимаю, у них одинаково. Приблизительно там... Около 500 хп, я так думаю, у них. Монстр элефант. Ого. Слон. О, меня схватил. Это была анимация. Кстати, Серега, у него скример есть. О. О, хватает. А как он так странно бегает? Меня. Нет, он меня не схватил. А меня? А, да, как-то странно это все. О, смотри, вот-вот я вижу. Хватит. Так, я не знал, что у них есть скримеры. Ладно, мочите его. Мы же должны еще и будем в конце ролика обязательно взорвать. Так что досмотрите до конца, в конце будут мощняцкие взрывы. Будем выяснять, кто из них самый живучий. Слышь ты, он быстрый, пацаны, я даже из-за них опа не могу убежать. Ай. Надо что-то помощнее. Есть что-то мощнее у вас, пацаны? Все. А, нет. Что ж, они умирают, прыгают странно. О, монстр фиш. Это что, на ногах будет рыба? А как она летает, плавает? Что Дима, это? Это рыба фугу. Да? Ну она похожа на рыбу фугу, смотри. Ну я бы ее не ел бы. Да, так а ее нельзя есть, она тебя съест. Не, ну фугу я знаю, что это рыба ядовитая, которую надо уметь правильно готовить вроде бы. Да, да. Ого! А от этой надо правильно убегать, Дима. Ай, блин. Я уже понял. Мочите, мочите ее! Прикольный эффект, она по земле скользит. Эффекты классные, как будто вода с-под него вылетает или что это. Молодец, Гусанек, уважуха. Так, монстр гираф. Почему? А, гираф. Это жираф, а я гираф считаю. Ребята, я же американец от бога. Так, у него есть скрим? А, блин. А, мне кажется, у жирафа голова не так идет, а вверх. Есть такое? Это унылый жираф, Дима. Ну, он плачет, видишь? Как он меня убил? Как он это... Он тебя схватил. Да? Знаете, я по жопе буду стрелять туда. Надо мне хоть одного убить. А, все. О, все. Странно, они умирают. Монстр Куала. Куала. Ну, не похоже на они вообще на свои названия. Кто придумывал? Похоже.
похоже. Ну, смотри, вот уши, а вот глаза Дима, вот пасть у него, как у коалы. Так же, уши точно не как у коалы, ну какие уши? Ребята, напишите в комментариях, разве коала так выглядит? Добрая кабака, ой. Блин, это жесть просто. Натте. Да ё-моё, ляща. Натте. Мочи, Серега, мочи. Покажи силу минигана. 1000 патронов в секунду. Она тебя замочила. Есть. Все. Так. Монстр Лизард. Ящерица. Ящерка. Ну да. Опа, не попала. Опа-па. А ну может хватать? А знаешь, топает так. Тинь-тирин-тирин. Ай, блин. Вы заметили, они быстрые? Очень быстрые монстры. Они, знаешь, Дима, они типа, кажется, медленно ходят, а потом как быстро, блин. Ух ты. О, можно в машину попробовать кому-то сесть? Убьет она в машине или нет? Ну, пацаны, давайте. Вот, конечно. Не лезь, дебил, она тебя сожрет, Дима. Эй! Я буду тебя по зубам стрелять. О, тачка. Давай в машину. Я тоже в машине. Нет! Схватило, да? Нет, ничего не делать. Мы когда... Ну, Серег, ты что, я сбил, что ли? Вот и все. Ты странно. Чё? Это ящерица в красную книгу занесена. О, монстр манкой. Обезьяны. Почему он так прыгает странно? Чего у него лапки маленькие, а руки длиннющие? Скажи, Серега, что тоже... Вот, не, ну это на обезьяну похоже, ладно. Ну чуть-чуть. Серега, они... тебе надо озвучивать, понимаешь? Ты надо звукооператором идти. Блин, когда стоят, такой звук металлический. Есть. Снесли. Хорошо. Монстр Артич. Ой, это что за... Цапля. Что это за Пиноккио? Это брат Гусенька? Наверное. Возможно. Кстати, что-то есть такое, Серега. Такая же достоучая, да? Как-то Пиноккио, блин. Буратино, птица Бюротин. Ну ладно, мочите эту птицу. Ай, перекрестный огонь, бывает. Хорошо. Обстоятельство, Дима. О, монстр Раббит. Зайчик. Ух ты. На. Он так лапками делает быстро. От него, кстати, не убежать. Топтышка. Видишь, как он разгоняется? Да. Ну, о, давайте все на В взлетим, посмотрим, прыгает он высоко или нет. NPC сами будут прыгать? Не. А, не хочет. Ну и ладно. Смотри, плачет. То, что достать не может. Не плачь, Раббит. Меньше писить будет. Сейчас отскочит, как всегда. Отлично. Да. Так, хорошо. Поехали дальше. Монстр Слайм. Что это за говно? Слайм, это слизь. Ого, пердану. Слизь, бежим. Неплохой пердежик. Где он? А, вот тут. Серега, боишься его? Да. Он быстрый. Они, кстати, все быстрые. Ну, там есть немножко медленнее монстр, но они прям очень... Да что ж ты пердишь на меня только? Так, мочите его. Говно это собачье. Прям в лоб буду стрелять. В глаз. А. Ты живой? А, я King of Fire. Блин, по металлу звук, когда стреляешь. Так, отлично. Так, сейчас мы поудаляем их. Так, Monster Smile Cat. Блин, прикольно. Ой, Дима, это Кэтнэп, что ли? А, кстати, похоже. Смотрите, как он бегает. Так, что ж ты так посмотрел на меня внимательно? Думаю, а, надо убить. Так, ну и чё? О, так надо сделать, короче, забег. Попробовать. А ну давайте с Бенни-Хопа, можно от него убегать? Просто для интереса. Он тебя схватил. А что ты... Как он это сделал? Я ж был далеко! Он расстояние. А он схватил. Он может схватить же. Они, ну, когда хватает, подразумевается, что ты возле него находишься. А они, походу, все так делают. Хитрожопые. Я буду за это, типа, тебе стрелять. Ой. Мочи. Говно, убейте его! Он должен страдать, как и мы. Есть, отлично. Нет. Кстати, у него жизни больше, чем у других. Или нет? Смотря каким оружием мочить. Так. О, просто Smile Cat. Так, когда я ставлю, я сразу ловлю скример. Ой. Топтышка. А у него шея как-то нормально сделана? Ну все, впадет?
Большой ротик. А вот это я еще получил в голову. Прикол. Вот это прикол. Какой топает. Да ё-моё. Ребята, если вы хотите, чтобы мы сделали с ними битву и взяли 8 человек, напишите, мы хотим. И мы запилим с ними жесткую битву. Так, Стик Спайдер. Что это? Опять меня схватило, смотрите. Это огурец, а не паук. Чё за спайдер? Ну, а ты говоришь, что не похоже. Похоже, да, на паука? Пойдет, да? Ну, тут он на огурец больше похож, чем на паука. Это с Рик и Морти, огурчик. Эй! О, интересно, они могут в здание заходить? А ну-ка. Он не может заходить, у него хитбокс как положено работает. Отлично. Вот это мне уже нравится. Нет, забирай свои слова назад, Серега, нет. Он может, он просто на меня сагнулся. Ну да, я понял. Мне хана, пацаны. Серега, я тебя не спасу. Буду мочить тебя. Ай! Мощно влупит. Ай! Слышь ты! Все отлично, убили. Так, и последний у нас Зоукипер. Блин, прикольный. Это как их называют? Зоукипер переводится. Ой, все, хана тебе, King of War. Мне кажется, что они такие очень стрёмные, как мумия окаменевшая, да? Вот такое что-то есть. Да. Ну как этот материал называют? Ну непонятно, с чего они. Ну это всё равно как будто металл или камень. Не, ну на камень больше похоже. Да. Ну когда Серёга стреляет, есть звук металла. Так, очищаем карту. Сейчас будем сбрасывать бомбы. Серёга, готов бомбу СЦ-1000. Готовлю. Будешь сейчас посередине их взрывать. Раз мы всех поставим. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто из них самый живучий? Серега, как ты думаешь, кто из них самый живучий? Или все одинаковые? Я думаю, по большей части здесь Элефан живучий. Это мы сейчас с вами как раз и узнаем. Так, давайте я вам включу сейчас бессмертие, чтобы мы не умерли. И Серега будет взрывать бомбу. Во, все, Серега, давай, взрывай. Прям посередине, вот здесь вот. Да одну надо было, одну! Не берет? А давай еще. А может они бессмертные? Я прям в эпицентр закинул. Давай. Живые, Дима. А может и у них бессмертие наступило? Так мы вроде так делали уже. А чё их бомбы не берут? А ну, подожди, идти. Во! Только больше не бросай. Монстр Манки первый умер, Френдли Фрог умер. Так. И Раббит. Так. Давай еще скидывай. Так, сейчас будет. Мы должны же посмотреть, кто из них самый живучий. Вот так на крыше постоим здесь. Коала умерла. Так, отлично. Возьмем камеру, чтобы можно было зумить. Так, я вижу, следующая там еще пошла. Стоит. Давай. Сейчас прилетит. А я вижу, там все в дыму, нифига не видно. Прям четко в центр. Живые. Тут есть еще одна бомба. Давай, я вижу. 3, 2, 1. Че-то, Серега, они не умирают. Живые. Ну, живучие, потому что они. Так, вроде мы стреляли с автомата, они быстро сливались так. Это с 1000, Дим. Я понял. Да, ну ладно, вот я еще кинул. Давай. Это жесть, полет слетает. Так, у нас осталось... О, год кинула, смотрите. Я же задал, это я не ВН, ничего не нажимал. Просто выкинула. Так, смотрим. Дима, слон живой еще. Остался слон, кошка, и другая кошка и спайдер. Давай еще, а? Ребята, ну, сейчас вот мы выясним. Еще три летят. Вижу. Красиво. Еще один умер. Да ну нафиг, слон умер, Дима. А мы думали, что он тоже живучий. Ну он живучий, заметил. Так, огурец остался живой. У нас. Кэтнеп. Слизистое говно.
и полужираф. Четверо остались, что? А, четверо, следующее, да. Поехал. Да, давай. Осталось сейчас на грани. Самое будет обидно, если они сразу все одновременно умрут. Не хотелось бы этого. О, остался один. А, вот. Все, огурец, походу. Все, огурец самый живучий! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Bye-bye.